Всем добрый день, я недавно проснулся, мы покушали, немножко посидел за компьютером, в принципе, утром было не поснимать. И вот сейчас уже день, я начинаю свой влог, но сегодня так ветрено на улице, посмотрите, какой ветер, по ковру он виден, смотрите, как. Так-то вроде, в принципе, тепло, но опять же ветер, у нас вообще на улице тепло, но из-за ветра очень холодно. Ну, не холодно, знаете, очень неприятно так находиться на улице. Вот это снега навело на террасу, здесь вчера, вчера впереди дома ударял снег, вот. И все равно за ночь надул снег. Мы вчера съездили в магазин, немножечко тут что. Ой, надо на кухне драться, это после завтрака осталось. Вчера ничего такого не купили, овсянку купили. А кукурузку там вон купили еще. Тоже, чтобы была, сыра взяли, короче. Все-таки, знаете, базовые продукты, непонятно куда, но я вчера истратил 1000 рублей на продукты, особо-то ничего не купил. Я купил 2 фарша, считайте, кукурузку, хлеб, смак, яйца, ну, в принципе, нормально так купил. Печеньки овсяные, и смотрите, какой цветочек подарил, подарил папа маме. Лилия, очень красивого цвета такая. От светло-розового до такого фиолетового. Очень красиво, пахнет так вкусно вообще. Шикарно. Так что стоит. Здесь печеньки еще вчера взяли. Шоколадку вот эту вот, кстати, я в прошлый раз вроде бы не сказал. А, тарталетки еще купили. В монетке. Да. Такие вот на Новый год взяли маленькие, а надо, я хочу еще походить по магазину, найти фальши тарталетки. Ну, взял 2 упаковки маленькие. Еще шоколадку, вот эту вот шоколадку. Я вчера одну съел, еще вторая тут осталась. Вот это вот Baby Fox, молочный шоколад. Она, знаете, как на вкус, она как не Милка, а Kinder. Я не помню, говорил я или нет, или я хотел там вам рассказать. Стоит на 19 рублей, но на вкус она как Kinder. Короче, еще цена колоссальная, но вкус один и тот же. Но, кстати, в холодильник положить, она мягкая. Вот. Короче, мы сейчас будем кушать. Что-нибудь перекусим, у нас тут вчера делали мяско жарили и макарошки, так что здесь осталось немножко, сейчас покушаем и еще чего-нибудь сделаем, наверное, потому что что-то как-то мало здесь мяско и макарошков. Все, ребята, в итоге я просто подварил мелких макарошек и смешался это с мясом, получилось, что таких макарон по-флотски, так что все, будем кушать, здесь он еще мяско. Всем приятного аппетита. Ребята, вышли мы сейчас на улицу, зашикивали здесь вазу по стране, у меня руки в этой золотой штуки. Покажу вам, когда она высохнет, вазу, и розочки покажу. Розочки тоже классно отмылись. И смотрите, у нас тает снег. Вот здесь вот все мокрое около дома, который именно видно от тепла. На улице не холодно, как я и говорил. Ветра бы не было, было бы вообще замечательно. Вот и так небольшой ветер есть. И поэтому кажется, что холодно. Так-то зато не холодно. И смотришь, когда на улицу видно, что, знаете, такое. Ну, воздух не зимний, а какой-то такой осенний. Скорее бы уже, ой, весенний. Скорее бы уже весна наступила. Оп, ладно, сейчас, наверное, немножко подниму террасу здесь. То, что давно не подметали. Ну, как давно? Вчера. Ну, ее уже заводила. Ребята, посмотрите, какая ваза получилась. Мы ее завшикали. Вот такая вот она стала. Здесь все тоже завшикалось. Короче, вот такая вот она получилась. Теперь ровненький золотистый цвет везде. И опа, вот цветы. Видите, как хорошо отмылись. Сейчас я их составлю вазу, тоже покажу. Вот такие вот хорошенькие. И, кстати, так выглядит даже стать получше. Вот так, сейчас мы с вами их составим. И вот такие вот розочки. Опа, оставили их в вазочку. Вот так вот эта ваза выглядит. У нас сейчас даже отнесу ее в комнату. Вот такая вот красота. Опа. Идем еще аккуратненько ее поставим. Так, включим свет. Здесь вот она у нас стоит. Отлично.
красивые цветочки. Все стоят. Все. И, кстати, еще хотим переделать вот этот вот цветок. Перекрасить его тоже в золотой цвет. И вот эти вот тоже закрасить. Здесь замурала стена. И цветок хотим подкрасить. Тоже золотым вместе с вами покрасим потом. Вот, как раз будет к этой вазе подходить. Я уже у себя в комнате. Решил переодеться, немножко убраться. Надо убраться чуть на столе. И вот здесь вот тоже одежда повесит. Здесь рубашка у меня лежит. Вот, потому что сегодня к нам придет бабушка ночевать. Она будет спать в этой комнате. Поэтому я ее сейчас освобожу. Ну, точнее, приберу здесь. Вот. И чтобы был порядочек немножко. Я не решил ночевать у нас. Как раз с работы сейчас уже скоро придет. И как раз завтра я тоже на работу. Поэтому у нас сегодня ночует. Вот. У нас уже на улице стемнело. Надо готовить что-то кушать. Но сегодня мы с вами приготовим салат эту мимозу. Да. Вот так вот, ладно, будем придираться. Все, ребят, я уже прибрался у себя в комнате, переоделся. Как видите, стало чистенько. Это у меня тут фольер лежит, специально на столе тоже убрал. Всю одежду взвесила и спрашивали по поводу вот этой вот стойки, удобная ли она, вообще как крепкая. Нет, она такая, знаете, достаточно крепкая, очень удобная. Я сюда повесил одежду, которую ношу постоянно, то есть... Такой у меня еще часть одежды висит в гардеробе, но там та, которая редко ношу, так что я ее потом вывешу. А, вот. И, короче, да, стойка безумно удобная. Пока вот стойка у меня вешалок, она все выдерживает. И есть вещи довольно-таки тяжелые, хоть и вот этого пиджака, кофты, свитера, вот эти вот кофты. Короче, да, вешалка вообще замечательная, мне очень нравится, очень удобно. Теперь в комнате всегда порядок, потому что можно повесить сразу же вещи, когда я что-то снимаю. Ну, короче, да, мне нравится, поэтому вешалка просто шикарная. Ладно, все, пойду я сейчас кормить собак, а то они там уже все меня извались. Зовут меня и зовут, типа, накормите нас. Вообще, ладно, все, пойду кормить их. Я сейчас готовлю мимозу, вот у меня варится картошечка, морковка и яйца. Вот, сейчас же пока отварится, и будем с вами собирать салатик. И вот такой вот салатик у меня получился. Все, сейчас будем кушать, ужинать. Еще, кстати, сказать забыл, майонез я сюда делал свой домашний. Потому что мы в основном едим домашний майонез. Папа вот у нас любит магазинский майонез. Ну, мы делаем так домашний, там он быстро делается, одно яйцо и масло. И все это в блендере так. Ну, я тоже как-то показывал, в принципе, легкий рецепт. Все, думаю, его знают, кто готовит. Ну, короче, да. Все, ребята, я сейчас разбираю здесь посудомойку, убираюсь немножко на кухне, мы уже покушали. Так что пора навести порядочек, потому что после готовки здесь много чего надо убрать. Ну, в принципе, посуду чистую разобрать и посудомойку сложить всю эту грязную посуду. Так что, в принципе, сейчас вот этим вот я и займусь. Буду заканчивать этот влог, камера уже потихонечку разряжается. Вот, камера разряжается, здесь у меня кофе. Кстати, там написали, что много пьем кофе, да, мы очень любим кофе, поэтому кофе у нас расходуется быстро. Но мы в основном пьем кофе с молоком, нам очень нравится. У нас вся семья пьет, папа, мама, я, бабушка, когда приходит. Вот. Ну, конечно, бывает, чай мы тоже пьем, но не так часто, конечно. Кофе все-таки мы пьем чаще. Опа. Ладно, все, ребята, вот и заканчивайте это видео, мы с вами увидимся завтра. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте обязательно подписаться на мой канал, поставить большой палец вверх и написать комментарий. Всем пока-пока!